В республике продолжается реализация программы льготной аренды зданий, состоящих в республиканской или муниципальной собственности. Инвесторам, вложившим собственные средства в восстановление таких объектов, предоставляется возможность платить за аренду символический рубль в год и самостоятельно устанавливать назначение. Анастасия Тюрнина увидела, о чем речь. Здание бывшей православной гимназии, или как его еще называют, дома Шарпова, объект культурного значения. Единственный сохранившийся образец крупного деревянного особняка, характерного для Усть-Сольска второй половины 19-го, начала 20 века. В строении сейчас нет ни света, ни тепла. Бревна с большим аппетитом поедает грибок. Но историческому дому, можно сказать, повезло. Этим летом нашелся инвестор, который арендовал здание на 49 лет и решил воссоздать его. Мы еще пока не можем сказать, что в этом здании будет. Этот вопрос будет определен совместно с управлением по охране памятников потенциального арендатора, то бишь общество с ограниченной ответственностью квартал. Они должны определить это с управлением и конкретно разработать всю строительную документацию, которая необходима для реставрации и восстановления этого объекта. И дальше проведение ремонтов. Своего инвестора ждет и здание 13-й школы в местечке Лесозавод. Его поиском сегодня активно занимается профильное ведомство. Двухэтажное деревянное строение находится, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии. Его необходимо приспособить к современному использованию, но не нарушить охранную грамоту. В ней указывается, что здание обязательно должно быть в деревянном исполнении. Воссоздание – это, так скажем, как вы сказали правильно, с нуля. То есть это буквально разбор того здания, которое осталось после пожара 2005 года, формирование фундамента. И на этом фундаменте новым будет возведено совершенно новое, имеется в виду новое по материалам. Но в историко-культурном понимании это то же самое здание, которое было построено в 1928 году. В воссозданных деревянных зданиях не могут располагаться предприятия, которые производят взрывчатые вещества или используют большое количество воды. Все эти нюансы указаны в охранной грамоте памятников архитектуры. Впрочем, в список объектов культурного наследия входят не только деревянные здания. Есть в их числе и кирпичные склады 70-х годов постройки, незавершенные строения и комплекс «Белый бор» в районе поселка Сеткыркеш. По итогам вот этой инвентаризации мы выявили то имущество, которое не используется, то имущество, которое требует ремонта. То есть вот такая работа проведена. То есть в части учета, эта работа сделана, это все организовано. Следующий наш шаг – это определение перспектив по использованию, по вовлечению этого имущества в экономический оборот. И вот одно из направлений этой работы – это как раз вот проведение таких встреч, предложение таких объектов, по которым мы ищем инвесторов. Информация по воссозданию объектов культурного наследия размещена на инвестиционном портале КОМИ и в каталоге инвестиционных проектов и предложений региона. В ведомстве говорят, тот инвестор, который возьмется воссоздать памятник архитектуры, уж точно войдет в историю КОМИ. Анастасия Тюрина, Вячеслав Беспалов, Павел Фетисов, телеканал «Юрган».